палочкой. Она тоже может ее держать, смотри. Посмотри, все принцессы Плеймобиль здесь выставлены. Ого-го, красота какая. А здесь, смотри-ка, лошадки, целая куча лошадок. И девочка с ними. Угу, здесь тоже фигурки, это рыцари плеймобильские. Пойдем дальше посмотрим, Лапуль. Посмотри, лошадка тащит карету, в карете сидит вот такой вот. Ой, смотри, человечек катается в карете, видишь? Да, здорово. Вот на машинках плеймобили. Смотри, машинки тоже плеймобили. Это просто фигурки. Можешь посмотреть. А это что? Ого. Человечки, деревья. Смотри, какие деревья плеймобильные. Чего только нет. Целый мир плеймобиль. Коровы, смотри. Ой, кого ты насобирала? Это у тебя девочка одна постарше, две маленькие, да? Это будет их мама? Ага. Для твоих маленьких плеймобильчиков. Ты можешь достать из пакетиков их? Ну, мама, я и могу. С палочкой? Она тоже может ее держать, смотри. Вот чем эти фигурки интересны? Тем, что у них можно все друг другу. Вот девочка может поиграть с палочкой феи. А можно даже шапку переодевать ей, смотри. Можно, например, вот эту шапку снять, или вот капюшончик, и надеть на кого-то другого. Или можно снять с этой шапку. Можно взять у нее цветы и дать кому-то еще. Давай, она подарит цветы вот этой вот. Поставь-ка в ручку. Вот так, их нужно защелкивать. Раз, щелк туда, вот. Подарила цветочки? Ага. Спасибо. Очень красивый букет. А подари мне шапочку. Что подарить? Шапочку. Шапочку. Тебе большая эта шапочка, смотри-ка. Потому что это маленькая девочка Плеймобиль. А это большая фея. Нет, давай мы шапочку наденем назад на фею. Мам, она уже подарила шапочку. Ой, я себе хоть это подарю. Смотрите, у них там есть такие ножки. На-на. По-моему, даже платье у нее можно снять, да? Капюшон, давай на этот, как его называют? Плащ мы. О, ты сняла у нее шапочку. Нет, это не подойдет девочке. Угу. А вот на маленькую. Привет. Оп. У меня палочка. Палочка волшебная, да. Это веер. Когда жарко, она может обмахиваться веером. Вот этой, да. Ей жарко, да? Да, мне жарко. У меня фен. Спасибо.
Спасибо. На здоровье. На нужно пели. А она мне пели подарила. О, какой. Здорово. У тебя есть веер, а у меня есть волшебная палочка. Смотри, какая красивая. О, это кто тебе это подарил? Это мне подарила фея. Какая? Вот она. Вот это в желтой шапке. В красивой желтой шапке фея подарила. Это не желтая шапка фея, это зеленая. Зеленая? Ну ладно, пускай будет зеленая. Мне кажется, что это скорее желтая. Ну хорошо. Может даже и зеленая. Смотри, какой у нее сердце. Да. Она зеленая. Мама, у меня фены есть. Это хорошо, потому что сегодня очень жарко. А они умеют садиться, эти человечки, Алис? Вот эти маленькие. Или нет? Нет, не умеет. А вот этот умеет, а это не умеет, девочка. Или умеет тоже? Ну-ка, попробуй. Ну, а тоже умеет. Они умеют даже садиться. Пипец. Красота она вообще. Ну, а это, наверное, не умеет. Ей мешает юбка. Если юбку ей снять, наверное, будет садиться. Да, юбку можно снять. Смотрите, здесь такие есть. Вот здесь такие есть защелочки. Можно снять юбку. Да, вот так вот. Вот, можно снять юбку, и она осталась вот в таком вот наряде и тоже может сидеть. И можно менять одежду, можно от одной к другой надевать юбку. Ты хочешь поменять им юбки? Осторожно, давай я тебе помогу. Со всех поснимали юбки. Все устали и решили присесть. И это тоже пускай посидит. Вот так. Вот здесь. Присела отдохнуть. И вот это. И вот так, да. И я хочу. И девочки тоже там. И вот это тоже вместе с ними. Вот. Все уселись отдохнуть. Ну что, я думаю, что нужно пойти купить им какие-то аксессуары. Может быть, какую-нибудь мебель, кроватки, например, да, чтобы им было тоже спать. Хочу. И я. Да. Ну хорошо. Мы хотим. Хорошо, подожди. Сначала мы давай их наденем им всем юбки, а то мы все это растеряем, а потом пойдем. Давай, одевай их. Надевай всем им юбки назад. Мы их сложим в сумочку и пойдем купим им каких-нибудь друзей и аксессуары.